Приморье определен победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый-2024». Им стал старший лейтенант полиции Максим Зима. По итогам второго этапа конкурса за него отдали свои голоса 1400 человек. В должности старшего участкового уполномоченного нахожусь с августа 2024 года. В службе участковых уполномоченных полиции нахожусь с августа 2020 года. При поступлении в Дальневосточный юридический институт у меня стал выбор пойти проходить службу в оперуполномоченном либо участковом уполномоченном полиции. Меня зацепила именно служба участковых уполномоченных полиции, потому что они непосредственно первоочередно работаю с гражданами. В этом году Максим Зима лично раскрыл 8 преступлений и пресек 58 административных правонарушений. За время службы зарекомендовал себя как ответственный и дисциплинированный сотрудник полиции. Максим Игоревич имеет активную жизненную позицию, регулярно принимает участие в сдаче крови. Помимо этого, Максим Игоревич ведет правильный образ жизни, занимается спортом. За период несения службы в подразделении Максим Игоревич Зима зарекомендовал себя только с положительной стороны. Имеет положительные результаты в оперативной и служебной деятельности. Максим Игоревич Зима пользуется авторитетом, в том числе и среди сослуживцев. Пользуется уважением, часто к нему обращаются сотрудники за помощью. Максим Зима представит Приморский край на федеральном этапе конкурса «Народный участковый-2024». Проголосовать за нашего участкового можно до 10 ноября на сайте «Комсомольской правды». Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.